Стахановскими темпами. Только за выходные коммунальщики расчистили треть всех скатных крыш в городе. Все остальные сейчас огорожены сигнальными лентами. Работа по расчистке кровель от снега и наледи продолжается. Глава города Олег Фурсов ставит жесткие сроки. Выходные дни имеют очевидные преимущества. Меньше людей и дороги посвободнее. Поэтому нужно использовать такие моменты для того, чтобы завершать, значит, очистку крови. До среды эту работу закончим по крышам. Продолжается коммунальная борьба и с гололедицей. Дворникам предстоит избавить ото льда половину дворовых проездов. Обилие припаркованных во дворах автомобилей замедляет эту работу. Но коммунальщики не сдаются. Рассыпают противогололедный реагент. Это тоже сегодня поле деятельности и управляющей компании, и там, где есть ТСЖ и ЖСК. Вот эту ситуацию я бы хотел обратить внимание глав районов и совместно работать. Ясное небо и отсутствие осадков – не причина забыть о снеге. Службы ЖКХ и благоустройства продолжают вывозить из города снег. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.